Carrefour, супермаркет, и мы хотим здесь скупиться. Ты филешку и ты влезешь. Скупились мы в общей сложности на 60 евро. Хотим попробовать местный сидр. Это яблочный такой напиток. Миша купил какое-то вино. Мускадет. Молоко на завтрак в кофе стоит примерно 1,20 евро. 2 евро стоит салями на завтрак. Потом он купил такую терину. Вот это такое запеченное масло. И самая дорогая покупка — это на 11 евро вот такой вот набор сыра. Небольшие кусочки. Все это надо в холодильник поставить сначала. Была между нами дискуссия, поедет ли Миша завтра с утра за багетом. Он обломался. Обыкновенный французский багет стоит примерно 1 евро. Самый обыкновенный французский мед стоит где-то 4,90 или 4,60. Бутер из Британии. Мы ищем всегда не соленый бутер, масло. Мы ищем бюре или бюэре. Мы ищем всегда не соленое масло. И надеемся, что в этот раз мы попали на него. Потому что все остальное, оно соленое. 6 яиц. Сардины. Сардины здесь стоят около 3 евро, то есть 2,95, 3,05, 3,15. Самые разные сардины есть. И релец. Релец — это что-то типа рыбного паштета, который можно намазывать на хлеб. 6 яиц от кур, которые бегают по траве. 2,19, по-моему, стоит 6 яиц, если я правильно вспоминаю. Около 3 евро стоят куриные ножки. Мне так хочется супа. Я искала какого-нибудь дешевого мяса на суп. Вот это вот мой суп будет. На завтрак априкосовый джем. Вот эта фирма Bon Maman, она известна по всей Франции. И в Германии она тоже известна. И мы это знаем, нам вкусно. Поэтому мы взяли. По цене тоже 2,19, по-моему, стоит этот джем. Йогурт мы едим только натуральный, без всяких добавок. Вот этот йогурт Миша ел в пенсионе, в котором мы были. Говорит, вкусный. Тоже что-то порядка 2 евро. Небольшую дыньку за евро взяли. Миша говорит, уже не хочет никаких абрикос. 6 литровых бутылок воды. 3 морковки. Довольно большие. За 42 цента. 1,63, чуть больше килограмма картошки, такая картошка длинная, розовая. Ну, я просто смотрела на самую простую картошку, чтобы ее в суп использовать. 354 грамма лука, то есть на 1,27. Это вот такой вот лук, немного розовый. Этот лук можно и в суп, и можно салат с помидорами делать. Ну и примерно 700-800 грамм помидоров на 1,18. Вот столько. Пахнут очень ароматно. Лето, чувствуется, что помидорная пора. Сегодня будет салат с помидорами и суп. Это то, что я хочу есть. Миша будет есть свои сардины, свои сыры, свое мясо. Это его дело. Нашла вот масленку, чтобы переложить масло. Но все-таки пахнет кислыми сливками. Ну ничего. И вот такие интересные рылин полоски по бокам. И оно совсем не квадратное. Прямоугольное, извините. Терина в Германии — это густой суп, который приготавливают в печке. А во Франции терины — это самые разные паштеты. Стоимость за килограмм примерно от 10 евро до 22. Вот здесь и печень есть, и
какие-то составляющие из сала. Очень вкусная вещь. С таким хорошим ломким хлебом, сидром, с маслом. Миша еще открыл сыр. Съели по тарелке супчика. Такой получился у нас вкусный французский ужин. Я в самом начале сказала, что мы скупились примерно на 60 евро. Это не совсем верно. Мы скупились на 52 евро примерно. И что я сейчас вижу на этом чеке? Что налог на добавочную стоимость ниже примерно на 2%, на 2,3%, чем в Германии. То есть на все продукты питания 5,5% налог на добавочную стоимость. Но зато 20% на алкоголь, вот на бутылку вина, и 20% на сидр. У нас на продукты питания в Германии налог на добавочную стоимость 7% и на все остальное 19%. Так что это мы платили не больше, чем в Германии за все. Хотя говорят, что во Франции все цены выше. Это не совсем так. Ну все, спасибо, что были со мной. Вы были на канале «Будь со мной». Кстати, Франция захотела отказаться от вот этих бумажных чеков. В то время, когда в Германии ввели такие чеки даже в пекарне. Глупости какие-то, правда. Всего доброго. Будьте со мной.